Иваново отпразднует День города уже в эту субботу, 27 мая. Программа по-настоящему насыщенная. Центр площади Революции, Пушкина, Ленина, Победы, Аптечный переулок, а также скверы и парки – все будет буквально усыпано авторскими площадками, выставками, торговыми точками. Праздник заглянет в каждое окно. Будет 10 авторских площадок, будет сводный хоровой концерт и очень много нового. И с этим ознакомиться можно на сайте администрации, и мы, конечно, через все информационные ресурсы будем более подробную информацию до людей доводить. Поэтому я приглашаю всех ивановцев принять участие в Дне города. Авторские площадки – это те, что организованы силами горожан и предприятий. Для ранних пташек в 10 часов в Шереметьев парке парад колясок. Пройдет он под лозунгом «Живая планета» и приурочен к году экологии. На сайте «Иваново Мама» уже зарегистрировано более 40 экипажей, но можно прийти и без регистрации. Мы очень рассчитываем на то, что коляски будут особенно яркие, особенно интересные, потому что «Живая планета» – это флора, это фауна, это тема экологии, тема переработки мусора. Поэтому очень интересно, что сделают в этом году наши участники. Старт шествия от улицы Советской до площади Революции намечен на 11:45. Официальное открытие праздника в 12:00. С 13 часов в Аптечном переулке начнет свою работу молодежный арт-арбат. На площади Победы развернется монастырское подворье. В арт-сквере зазвучит рок-музыка. Наш телеканал покажет эти мероприятия в прямом эфире. На площадке у кинотеатра «Современник» ретромобильный парад от автоклуба «Икар». Со старыми авто можно будет сфотографироваться. Ну, конечно, можно будет и посидеть, но пройдя небольшой конкурс. Конкурс – это старые забытые игры. Допустим, пройтись на ходулях или прокатить обруч от старой бочки. Ну, для самых маленьких – это нарисовать на асфальте эту машинку. Будет патефон. Ну, патефон, конечно, ну, сами понимаете, вещи уже немножко не новые. Если будет возможность без дождя, конечно, организуем танцы. 26 мая на время генеральной репетиции будет перекрыт участок от улицы 10 августа до Красной Армии, около площади Революции, с 20:00 до 22 часов. В субботу городские улицы частично будут перекрыты днем и поздно вечером. Режим перекрытия городских улиц будет работать с 10:30 до 13 часов на время движения колонны по Шереметьевскому проспекту. И с 21 часа до момента окончания фейерверка и награждения участвующих в данном конкурсе в пределах 1 часа ночи. Фестиваль фейерверков по традиции начнется в 23:00. Но даже в столь поздний час у всех желающих будет возможность добраться домой на общественном транспорте. Работать он будет до часу. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.